Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. І сьогодні в нас в гостях Ростислав Мурзагулов. Це є письменник, публіцист і громадський діяч. Ростислав, здравствуйте. Добрий день. Давайте начнем наш разговор с того, что неожиданно в Путина появился конкурент. Мы говорим о выборах в марте следующего года, мы говорим о выборах президента в России, как бы это дико бы не звучало, да, выбор без выбора. О чем я говорю? Лидер партии «Яблоко» Явлинский якобы допущен до выбора в России. И что он предлагает? Он предлагает, что нужно прекратить огонь, нужно мир, нужно обменять пленных. Но вот что говорят аналитики Института изучения войны, что таким образом Путин хочет легитимизировать себя, да, в первую очередь. А второе, мы же понимаем, что призывание к миру, подписание каких-то договоров, это тоже есть и на уме в Кремле. И как вы вообще, Ростислав, считаете, вот допущение Явлинского, и там еще несколько кандидатов могут допустить, они фактически ничего не влияют, ничего не решают? Ну, смотрите, на самом деле достаточно на многое влияют и достаточно много чего решают, потому что понятно, что Кремль преследует свои цели, когда допускает на выборы антивоенных кандидатов. Понятно, что действительно слово «легитимизация», которое вы назвали, оно действительно имеет место быть, потому что, ну, представьте себе выборы, в которых участвует только Путин, например, и там какие-нибудь три его там заместителя, да, ну, понятно, что весь мир скажет, что это совсем нелегитимные выборы. Соответственно, Путину надо, чтобы были какие-то конкуренты, которые как бы его критикуют, критикуют войну и говорят что-то такое, что как-то пересекается с тем, что говорит оппозиция. И по замыслу Кремля, в общем-то, должно быть следующее. То есть все те, кто критикует оппозицию, должны набрать там по 1%. А, кстати, не исключено, что будет допущен не один Явлинский, а несколько антивоенных кандидатов. Это может быть Явлинский, это может быть Нечаев, который руководитель партии «Новые люди», которая в Думе сидит. Это может быть плюс к ним Борис Надеждин, который также давно известен как такой системный либерал и человек, который внутри, так сказать, путинских элит, тем не менее, время от времени говорит что-то такое правильное. Значит, соответственно, этих людей может быть даже четверо или пятеро. То есть Путин может прямо сказать, смотрите, как много у нас антивоенных кандидатов. И по итогу, например, все они набирают по 0.5%. И, соответственно, Путин говорит всему миру, посмотрите, у нас их было много, но при этом, значит, все они набрали по чуть-чуть, и, значит, у нас люди поддерживают меня и поддерживают войну. Это вот то, как Кремль, как бы, да, замысливает эту историю. Но вы знаете, ведь очень часто в мире так случается, что на что-то такое рассчитывают диктаторы, да, а что-то идет не по их плану, потому что они уверены в том, что система их не подведет, да, в том, что, да, может быть, они не так уж популярны, они где-то могут себе отдавать в этом отчет, да, особенно их так шустрых заместителей, которые рядышком где-то болтаются. Но при этом они должны так вот надеяться на то, что, ну, у нас есть система избирательная, там все равно нам подбросят, добавят, и мы наберем сколько надо, а этим как бы всем остальным убавим. Ну, ближайший пример, чтобы далеко не ходить от Украины, мы с вами вспомнить можем пару лет назад, это Беларусь, когда ровно такой сценарий провалился просто по той причине, что Лукашенко вот настолько надоел уже белорусам, что они пошли бы голосовать даже за черта лысого, но только не за Лукашенко. И поэтому всегда надо в эту игру соглашаться поиграть с диктатором, потому что время от времени эта игра диктатора подводит. И подводит часто диктатор еще и, знаете, вот те люди, на которых зиждется вот эта их система диктатуры. А это именно как бы, да, такие простые тетушки такие, училки, руководители детских садиков, врачи из больниц, да, на которых вот держится вся система, когда они, значит, являются одновременно еще и членами участковых избирательных комиссий. Иногда наступает такой момент, когда эта система, даже несмотря на то, что вроде как они в нее включены, они получают какие-то ковришки свои незначительные, но тем не менее достаточные для того, чтобы нормально жить, вот иногда надоедает диктатор даже им. И в такой момент они его просто прокатывают. И диктатор удивляется, что, оказывается, он ни черта не набрал, а его конкуренты набрали. Поэтому, да, безусловно, Кремль сам определяет, кого они допустят до выборов, а кого нет. Законодательство России в этом смысле такое дышло, что там действительно они могут хоть 50 кандидатов зарегистрировать себя, а могут, наоборот, не зарегистрировать вообще никого. Но, тем не менее, еще раз подчеркиваю,
даже если у Кремля получится, и даже если они накинут голосов Путину в 10 раз, а всем остальным в 10 раз убавят. Знаете, есть еще один очень важный момент. Потому что сама избирательная система очень большая, и она состоит из миллионов без преувеличения людей. И вот когда эти миллионы людей будут видеть, что на самом деле король голый, что у него нет никакого рейтинга, что никто за него не идет голосовать, и что это они напихали ему в урну голосов, они поймут, что этого голого короля поддерживать в какой-то момент надо, это будет уже опасно, и надо от этого отказаться. Поэтому в любом случае выборы – это стресс для любого диктатора, в том числе для Путина. И поэтому этот стресс, конечно, надо ему устраивать. И поэтому надо приветствовать выдвижение, еще раз, как у белорусов, хоть черта лысого, но лишь бы людям можно было за него проголосовать и выразить таким образом альтернативную от путинского точку зрения. Кстати, Ростислава, как вы считаете, вот именно этот эффект неожиданности, да, может воспользоваться этим, ну, мы с вами уже говорили, да, такие люди, как Патрушев, потому что у них-то влияние есть, да, они, как Патрушев как бы своим сыном второй, третий человек после Путина, да, или третий, четвертый, мы не знаем. Но я имею в виду то, что именно эффект неожиданности, то, что Путин знает точно, что он победит, он только не знает, с каким процентом, с каким успехом, и насколько все гладко пойдет. А может такие люди, да, воспользоваться, потому что история нам же показывает в многих странах, что именно многие диктаторы заканчивали эффектом неожиданности. Ну, смотрите, конечно, Путин время от времени подбрасывал нам какие-то сюрпризы ранее, да, например, когда в итоге выдвинулся Медведев, все уверены были, что Путин найдет какую-то возможность, и там были голоса тоже из регионов, что надо, так сказать, поменять конституцию, надо дать ему возможность избраться третий раз, вот, но он тогда сказал, что место в строю найду, конституцию менять не буду, значит, и в итоге были представлены миру, значит, два возможных преемника, и один из них действительно стал президентом, стал его выдвиженцем, и прошел. Но, вы знаете, с тех пор Путин очень изменился. Все-таки тот Путин был пуглив, тот Путин зависел от международного мнения, зависел от мнения российского, вот этого более либерального сообщества, системно-либерального, но ему было важно это мнение. Сейчас ему абсолютно наплевать на мнение и мирового сообщества, и своих внутренних оппонентов, каких-то конкурентов, если так можно сказать. И, в общем-то, поэтому я думаю, что сюрпризов на этих выборах мы с вами, выборах, к сожалению, не дождемся. Я думаю, что будет выдвинут Путин, и думаю, что он, да, наверное, победит, но, тем не менее, еще раз подчеркиваю, этот стресс устраивать ему нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы дрогнула его же собственная система, поняв, что никто за него голосовать не хочет. Об этом я уверен. А, кстати, Ростислав, вы говорите, что Путин уже изменился, и его не интересует мнение других, да, и других людей в мире. А какова тогда цель Путина? Чего он хочет? Это история, вписать себя в историю, поставить себя наравне с Гитлером, Сталином, другими, да, людьми в истории. Вот чего он хочет, если он не слушает и не видит никого сейчас? Смотрите, то есть у обычного нормального человека, да, я обычный в данном случае без негативной коннотации произношу, есть вот эта пирамида его желаний и устремлений, да, с точки зрения науки. Я вот тоже, будучи кандидатом наук и преподавателем, эту всю тему изучал. Соответственно, как бы внизу нее, этой пирамиды, там какие-то низменные желания, да, наесться, так сказать, чтобы быть с крыши над головой, да, и прочие вот эти простые вещи. Далее начинает у него как бы преобладать социальное одобрение. И, соответственно, вот ему хочется быть хорошим и нравиться людям. Но, понимаете, бацилла власти, которая поражает людей, почти всех без разбору, тех, кто долго у этой власти находится, она человека меняет в этом смысле драматически. И человек, который вроде бы должен искать одобрение других людей, себе подобных, он ищет не одобрение, а именно власти, именно возможности подавить других людей, себе подобных. И вот все те, кто долго у власти просидел, превращаются вот в подобных монстров. Именно поэтому я много раз говорил и говорю, что вертикальная система политической власти в мире себя изживает, что должно быть большее влияние сети, большего количества людей на всех этих политиков, для того, чтобы они, грубо говоря, не успевали сойти с ума, превратиться в монстра и начать нападать на других людей, убивать их, ограничивать их свободы и так далее и тому подобное. Потому что у Путина сейчас желание всех поработить и всеми командовать. Вот у него пирамида масла вот такая извращенная. И вот он к этой вершине сейчас пытается вскарабкаться. И кто-то должен его на подлете к этой вершине, так сказать, сбить. Если какие-то истребители рядом с ним летящие, не помешают этим это сделать.
и образно. А вот, кстати, об истребителях еще поговорим, Ростислав. Вот вы говорите, что Путин голоден и все больше и больше хочет. Вот давайте посмотрим видео, на котором фактически Путин угрожает, так как он угрожал в свое время Украине, а теперь угрожает Латвии. Ну, я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Ну, я не знаю сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся. Видимо, Ростислав, это маленький старт угроз к странам Балтии, потому что вот если говорить о аналитиках с Германии, они говорили, что вот 5-6 лет, вот в Польше агентство нацбезопасности говорит 3 года, это тот период, за который Россия будет готова напасть на страны Балтии, на НАТО. И вот мы видим, что Путин говорит, что вот притесняют, утесняют что-то в Латвии. В Латвии уже ответили, что уровень безопасности какой был, такой и есть, все на своих местах. Вам не кажется, что вот это ложится в вашу концепцию того, что вот Путин голоден, и он хочет все больше хаоса, больше развития, больше масштабов и больше, чтобы говорили о Путине в мире? Ну, смотрите, во-первых, конечно, Латвии ничего не угрожает по нескольким причинам. Латвия – член НАТО, это первая причина. Вторая причина – на весь блок НАТО Путин уже не нападет после того, как он понял, что он и с Украиной справиться не в состоянии. Поэтому латышам здесь нужно отдельное спасибо вам, ребята, сказать. Ну и потом третье, смотрите, действительно, в странах Балтии, а я там и регулярно бываю, я там год прожил в Вильнюсе, действительно становится хуже отношение, но не то чтобы к русскоязычным людям, а отношение именно к тем, кто поддерживает Россию и Путина. Потому что если раньше такой процент действительно был высок, потому что действительно были и ошибки стран Балтии, безусловно, в отношении русскоязычного населения. То есть это все было еще на заре их независимости, когда, может быть, были какие-то комплексы. Это было и дальше, когда к власти там постоянно приходили, то, значит, более радикальные силы, то менее радикальные, как во всем мире. Это обычная история. Но сейчас ситуация меняется драматически, и Россия становится там действительно абсолютно непривлекательной страной. Но почему? Ведь это же происходит именно благодаря, в кавычках, действиям господина Путина. Потому что сейчас даже сами русскоязычные жители любимых мной стран Литвы, Латвии, ну, в Эстонии я реже бывал, но, тем не менее, думаю, там похожая картина. Они ведь тоже сейчас начинают думать, что мы не хотим ассоциироваться никак с этим режимом, который ведет себя как слон в посудной лавке, который нападает на соседние страны и отгрызает от них части, истекая кровью, оставляя этих стран. Понимаете, действительно, он говорит о том, что отношение меняется в худшую сторону, но он является причиной того, что отношение это меняется. И все когда-то предстоит каким-то нормальным новым руководителям страны под названием Россия, если будет название таковым, многое изменить для того, чтобы это отношение как-то нормализовалось, потому что, ну вот действительно, настолько это слово становится, если не ругательным, то сразу подозрительным, потому что действительно многие ни в чем не повинные люди с русскими именами, фамилиями или паспортами сейчас получают огромные проблемы в Европе и в странах Балтии в том числе. Но почему это происходит? Потому что они ищут агентов влияния этого господина, которые там им не нужны. Ростислав, вот хотел бы вспомнить о влиянии. И вот журнал Times включил в число претендентов на звание Человека года и Путина. Ну и хорошо, что там через запятую Барби. И вот победила Тейлор Свифт. Как вы считаете, насколько это приемлемо, чтобы человеком года в такие времена ставал, ну, не стал, но был претендентом Путин?
Ну, эта дискуссия стара как мир, на самом деле. Дело в том, что журнал Time выбирает не самого хорошего человека на планете Земля. Они выбирают человека, который, ну, такой самый тренди, что называется, да, самый такой про что-то, что больше всего обсуждалось, что больше всего влияло на ситуации. Смотрите, Барби так, если разобраться, вообще не человек, да? Ну, вот, соответственно, они туда ее включают. А в свое время у них номинировались там различные люди, чуть ли не до Гитлера вплоть. А, соответственно, поэтому здесь на это, наверное, обижаться не стоит. И потом Тейлор Свифт, ну, тоже, как бы, ну, вряд ли это самый прям влиятельный человек на планете Земля. Просто они посчитали уникальным феномен, что Тейлор Свифт, она ведь, знаете, экономика Тейлор Свифт больше, чем экономика десятков стран на планете Земля. Потому что действительно это уникальная ситуация, когда всего лишь один исполнитель генерирует вокруг себя такое количество экономических процессов, такое количество процессов культурных, которые становятся заметными на планетарном уровне. И поэтому они ее включили, вроде бы, обычную певицу. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему люди ее слушают, потому что, ну, это совершенно не мой стиль музыкальный. У меня там больше, как бы, гитары, рифы и все остальное. Вот. Но, как бы, я согласен с этим выбором, потому что действительно это феноменальное явление, и такого еще, наверное, в современной музыке мы не встречаем. Но я к чему веду? Я понимаю, да, что это наиболее вспоминаемый человек, может быть, да, поэтому и он попадал. Но вам не кажется, что вообще так немножко нужно концепцию как-то Times, они известны, да, авторитетно менять? Потому что человек года, Путин, в контексте того, что предыдущий год человеком года был Зеленский, но это как-то дико звучит. Я понимаю ваши чувства в данном случае, но видите ли, какая штука. А вот то, что на планете Земля существуют издания независимые вот настолько, что они могут вот так достаточно провокационно себя вести, угу. Это, наверное, все-таки плюс, а не минус. Потому что когда нужна была именно поддержка независимому государству, на которое без малейших на то причин напал диктатор, они это сделали вот так вот. Они сделали вызывающе. И, наверное, честно говоря, сделали чуть с авансом, потому что тогда еще Зеленского как такого прямо равноправного партнера и настолько уж влиятельного человека на планете Земля, честно говоря, американцы не рассматривали. Потому что если даже посмотреть эволюцию взглядов американских наблюдателей, да, в начале войны и сейчас, то это скорее сейчас они уже к нему начали серьезно относиться. А тогда звучали многократно такие термины, как легковесный, несерьезный политик. И тогда они это сделали именно в поддержку Украины, потому что у них есть свобода делать это. А сейчас они назвали Тейлор Свифт, потому что они решили, что сейчас для их читателей важнее вот этот уникальный тренд в мировой культуре. Ростислав, если обратиться к социологии, Левада-центр сделала опрос, да, и что интересно, они спросили в России, а что бы хотели спросить россияне в Путина. И вот 21% россиян хочет спросить Путина, когда закончится война, 20%, каждый пятый, не знает, о чем его спросить, и 10% не хотят спрашивать ни о чем. Если мы займемся элементарной арифметикой, 30% не хотят говорить с Путиным. Это результат чего? Это того, что добивался Путин и Кремль, чтобы не было каких-то непонятных, ненужных вопросов? Или все надоело в России, что они не хотят в такой ситуации, да, непростой, спрашивать у своего президента, да, что о чем-либо. Потому что вряд ли в России живут все хорошо, что вот 30% не хотят ничего спрашивать. Смотрите, Игорь, во-первых, начнем с того, что это абсолютно завиральная цифра, что 20% хотят в России спросить Путина, когда закончится война. Я думаю, об этом хотят спросить примерно приближающиеся к 100% уже сумма, количество опрошенных. Дело в том, что вот эта болезнь белых халатов, которая существует в медицине, а в России болезнь социолога, она ведь сейчас проявляется максимально, потому что в России сейчас за выражение собственного мнения, отличного от мнения начальника, можно загремить в тюрьму на 3, 4, 7, 10, 20 лет. И это россияне видят каждый день. И то, что так много людей, 20% это очень много тех, кто не побоялись сказать, что они хотят спросить, это у Путина, говорит о том, что на самом деле в несколько раз большее число людей хотят спросить его об этом. И то, что народу война надоела, это очень мягко сказано, это очень сильно мягко сказано, потому что гробы в Россию идут каждый день. Россияне наконец-то начали понимать, что
к своей пресс-конференции несчастной. Этот безумный человек отправляет на мясные штурмы под деревней, никому неизвестной ранее в России, десятки тысяч людей, многие из которых гибнут, то есть вообще ни за что, для того, чтобы на пресс-конференции этот господин мог сказать, что мы там где-то чего-то, локальные победы какие-то одерживаем. Это видно теперь всей стране. Очень мощно ширится движение мобилизованных жен. Очень мощно на фронте ширится движение в России отказников. Люди даже, которые там находятся, уже с автоматами, они уже в безысходности, но они эти автоматы там поднимать уже не хотят, потому что даже те, кто были обработаны всеми этими Соловьевыми, они уже начинают понимать, что нет там никаких укранацистов, никакое НАТО не собиралось нападать на Россию. И эти люди, которые, к сожалению, слишком поздно поняли и уже являются преступниками, находясь на преступной войне, тем не менее сейчас уже понимают, что они примерно таковыми и являются. Поэтому у Путина здесь катастрофический тупик. Как он из него будет выбираться, я не знаю, но надеюсь, что его путь к выбору из этого тупика пролежит через какой-нибудь голландский небольшой городок. Хорошо сказано. Ростислав, а вот если вы говорите, да, не хотят поднимать оружие, как вы считаете, насколько серьезный тот уровень, что... И так сейчас есть проблема, да, в России, что возвращаются уголовники, которые получили амнистию. И что очень дико для меня, вот последняя новость, это то, что бывший режиссер Ералаша, которого посадили за педофилию, он пошел на войну. И что мы понимаем? Что если все упростить, то человек, который издевался и насиловал детей, пошел убивать детей и теперь возвращается с амнистии. Это как-то очень, ну, мягко говоря, дико звучит, мягко говоря. Ну, это звучит абсолютно дико. И я, вы знаете, ну, здесь надо сделать маленькую такую оговорочку, что в России любой человек может получить любой приговор за абсолютно хоть что. Это может быть, я знаю просто лично нескольких людей, которые получили абсолютно липовые приговоры по тем или иным статьям УК РФ. Потому что в России законов нет, суда нет, независимого следствия нет, а есть только сведение счетов друг с другом различных групп и группировок. И в этом смысле, знаете, еще плюс к этому количество приговоров, связанных с лишением свободы, приближается стремительно к 100% в этой стране. И поэтому там вообще невозможно говорить о том, кто реально в чем виноват, а кто нет. Вот что реально удивляет не только меня, а уже тоже большое количество россиян, так что зэк, который за любое преступление отсидевший, выходит на войну, получает там огромную зарплату, убивает людей и наслаждается дальше своим любимым занятием. И через полгода освобождается и приходит обратно туда, где он кого-то убил, и опять продолжает терроризировать своих окружающих. Тот, кого притащили туда за уши, кому вручили повестку как мобилизованного, да, и который не мог отказаться, потому что ему тюрьмой угрожали. И вот он там сидит без срока. То есть, понимаете, эти, получается, если следовать терминологии господина Пескова, искупили свою вину, а вот эти, которые не были виноваты, они не искупили. То есть они виноваты перед этим государством просто фактом самого рождения в этом государстве. И вот, понимаете, это государство сейчас попытается каким-то образом убедить в том всех, что эта война праведная, что надо ее продолжать и что надо поддерживать дальше президента, который эту войну начал. Но это будет довольно сложная задача, потому что уж насколько россиян можно гнуть как пластилин и мять, но уж, наверное, и они в какой-то момент должны мяться перестать. Ростислав, и последнее. Вот очевидно, что 14 декабря, впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину, Путин проведет свою любимую прямую линию, где на 100 километров от него будут сидеть какие-то журналисты, да, непонятные, независимые, от чего только непонятно независимые, будут что-то спрашивать у него. Как вы считаете, что будут ли какие-то новые высказывания от Путина, потому что многие говорят, что вот именно на фронте пытаются оккупировать Авдеевку, потому что к 14 декабрю нужно что-то Путину сказать. Но как я слежу за фронтом и как я знаю, а это я его знаю очень хорошо, к 14 декабрю никакой Авдеевки не сможет оккупировать Путин. Именно поэтому хочу спросить, как вы считаете, можно ли чего-то ждать нового 14 декабря, или это опять будет Украину создали, Украина до Ленина не было, НАТО нападает, Запад загнивает и тому подобное? Ну вот, собственно, вы сейчас кратко изложили всю
президента, господина Путина. В общем-то, можно уже ее не смотреть, потому что, ну, что можно нового ожидать от человека, который, как, знаете, как у Салтыкова-Щедрина бубнит одно и то же с утра до вечера, как заведенная машинка, такая плохая шарманка. Я от него ничего нового не жду. Они могут попытаться изобразить какие-то новости, но это всегда какие-то замаскированные старости, потому что, знаете, когда, например, он начинает заигрывать с аудиторией, он начинает говорить о том, что, например, женщины, понимаете, с Советом по правам человека на днях, вот он разговаривал, какие-то огромные приговоры у нас получают, а давайте, может быть, пересмотрим. И на следующий же день начинается прессование очередной женщины, которая, на которую ведут к очередному жестокому приговору. Он говорит на встрече с, значит, еще там с общественностью о том, что вот, ну как-то у геев-то тоже есть свои права. И на следующий день вступает в силу подписанное им законодательство о том, что геи это вообще очень плохие люди, и что их надо преследовать просто по самому факту их существования. Понимаете, этот человек для того, чтобы соврать, просто открывает рот. Для того, чтобы ему поверить, я не знаю, кем надо быть. И поэтому, честно говоря, я не очень понимаю тех людей, которые вообще смотрят эти пресс-конференции. Да, конечно, по долгу службы некоторые это делают. И тут ладно. Но я не могу понять просто человека, который может сесть и начать смотреть. И таких все меньше и меньше, на самом деле. Апатия политическая в России все больше и больше. Потому что никто толком этому господину уже не верит. Но страх остается, к сожалению. И это то, пока на чем этот режим держится. Очень надеюсь, что, Ростислав, это будет длиться недолго, и апатия, страх немножко трансформируется, да, потому что делать что-то нужно. Ростислав, спасибо вам за этот разговор. Спасибо вам. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Ростислав Мурзагулов, публіцист, громадський діяч. Ви ж не забувайте обов'язково ставити лайки, підписуватись і коментувати, і ділитися нашою розмовою з друзями, родичами або ж знайомими. Мене звати Ігор Гаврищак, ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.